Я не могу, я оператор. Это ужасно. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда вы их тащите? Мы их. С полей. Нам пожрать. Подожди. Ни черта себе! Красота какая! Здесь интереснее, чем в московском зоопарке даже. Так вот ты какой, северный олень. Иди сюда, какой? Михаил, что они курили? Что за взгляд у животных? Вот вы под кадр такие. Иди, они не боятся, сейчас увлечены этим. Ну кто, заходите, кто, пару, троечку человек. Я хочу зайти. И кто кормить будет? Потому что все мы. А нужно сначала листики распотрошить. Смотри, у них сейчас гон. Я знаю. Они гонят. Я вообще не знаю, как это ломать. Так, по левому борту вставайте. Вот мы. Ну что, олени, еда прибыла, давай, жрите нас. Такие туристы. Красавчик, ладно, хрен с ним. Я джига, я отмоюсь. Зачем ты так делаешь-то, Сереж? Закрывай его. Ты как в ночном клубе им дай. Это как? Вот так. Бросать надо или с руки давать? С руки они берут, когда вы за сеткой. Вот видишь, за сеткой он берет с руки. А сейчас он, у него есть определенная охранная как бы зона. Можно ближе подойти, не затопчено. Но он у тебя не возьмет, он будет от тебя отходить. Попробуй. Попробуй. Затоптай, он тебя не затопчет. Руку тебе останови. Ты присядь на корточки, он тебя боится. Вот, рога вот выставь, рога. Рога. Ты должен приручить. Снимай, зайди, как бы. Мани, 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 мани. Мани? Мани. От слова мани, мани. Как в песне мани, 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 мани. Очень сколько стоит один олень? 50 тысяч рублей? А охота тогда что, дорогая, да, получается? Что ты думаешь? Еще его кормить надо. Кости, а привезли их Бухенвальд, кости и кожа. Все тут, с Алтая. Где я вспадку вот этого? С головы его покорми. Да погоди ты. Он видишь? Рана какая, видишь? Морда пробита. Все, давай. Бьются нафиг. Все? Рога как иголки. Я просто видео снимал, пока переключил. Оп, оп. О, я теперь понимаю, Денис, почему тебя девочки все любят. Яблоками кормят? Не, посмотри, как к нему олени идут все. Где ж сама ты? Будешь маленький олененки. До этого никто не заходил сюда. Никого не пускали. Сереж, не надо в них бросать. Вы первые. Корреспонденты, правда, были. Присядь на корточки. Кто хочет покормить? Ломайте, крушите. Меня уже выкать надо. Зачем? Тимох, ну ты не как то сейчас закрыт машину, не достанет. Принем сейчас посмотрим. Вон день. Я вот там в домике положу. Я все просто забываю. А рогов нету у вас запасных? Тебе нужно рога? Пока нет, вот сейчас они сбрасывать их будут. Когда будут сбрасывать?
Вот уже, я думаю, через пару-трое недель начнут. Слышал, морозы, Денис? Ударят. Это вот они так орут? Не только так, они по-разному. И ревут, и блеют, и свистят. Во, сейчас мы. Это вот без рогов, это самки, да? Да, без рогов самки. Даешь яблоко, а жрет капусту. Да. Это как слайм. Так, время прям. Сколько? Не успел. Да, да, время подлай, сколько. Покатайся. Ну, все, возьми давай. Быка за рога. Вспомни сказку про Эгер. Давай. А лосей нету у вас? А что за запряги, запряги. И потом вы берете их, выпускаете, да, в лес? Планируется так. Но надо забор, наверное, сначала сделать. Хотя, да я не пойму, хотя нет, забор-то будет вот со временем. А то уйдут они. Никуда, вот у нас диверсия-то была, их выпустили. Вот срезали замки все. Вот 4 дня я вот звал, и вот они вот это. И что, и вернутся обратно? Все пришли. Как коровы прямо. Так а что они, дурные что ли? Здесь их кормят. Конечно, да не бойся-то, я уже понял, не бойся. Там как бы определяет, ты ему зло несешь. То есть, это не хищник, он не будет нападать. Витасян, фотка этого с капустой. Ну почему боишься? Вот сейчас один другого пугнет. И он и внезапно он может тебя зацепить. Серега, еще капусту разрубали. Рога сбросили. Закуска. Жалко, Смирнов не приехал. С супругой. Они уже сыты. Чермен, ты так кидаешься? Ну убери. Так, Тимо, а тебе что сказали? Вот, красавчик. Один глаз как чё это? Thank you.